Сегодня закончилась моя пудра Extreme Matte Pupa Powder Foundation в номере 020, насколько я помню, да. Неплохая была, но ее с пончиком наносить нельзя. Ей надо краситься только кистью. Сидит вот такой вот спончик, но он бестолковый. И вот так вот закончилась моя пудрочка. 98-й день, 1 сентября. Я хочу отметить этот день вот этой вот помадкой от Art Deco в номере 235. Так эта помадка выглядит на мне. В номере 235. Красота. Такая пыльная роза. Очень красивый цвет. Давайте еще посмотрим при таком освещении. Очень классное. Между таким бордовым, нюдовым. Очень классно. Пыльная роза. Я прям в восторге. Вот это мой любимчик. Хотя вчера я просто кайфовала от этой рыжей. Я хочу вам сказать, что у них есть немножко такой шоколадный запах. Может даже и вкус. Очень приятно. Люблю, когда есть у помад легкий запах. И когда ты получаешь от них удовольствие. Праздничные наборы. Крем для тела. Крем для рук. Есть еще в таком варианте. Вот это по центру, это свеча. Крем для тела, крем для рук и свеча за 60 шекелей. Вот это типа наш дорогой Шисейда, Клиник, Кларинс, Ланком, Эсти Лаудер вот у нас есть. Что у нас еще? Это такие как бы самых дорогих. А, Лорд энд Берри есть, кстати говоря. Потому что в Америке когда-то попал за 2 копейки. И Дживанши. Да. Это типа средняя пупа, Max Factor, Soft Touch, Revlon, я забыла про Leo Maybelline, GD, L'Oreal и Caroline. Даже есть дезодоранты от фирмы Garnier. Первый раз вижу, честное слово, не видела до этого. Ну, Nivea, все остальное. Обычно Ladies Pistic, Adidas, Dove. Тут Ladies Pistic, кстати, очень сильно. В таких симпатичных упаковочках Ladies Pistic тут идет. Обычных до крема, еще до Nivea, Fa. Хотела тебе еще Rimmel снять, вот он тоже отдельно стоит, как оброс общества. Относительно дешевая цена тут, относительно других фирм. Какой красивый хайлайтер, какой красивый рисунок. Cubanita Jumbo Highlight 01 Микрозон. Вот как у нас рекламируют духи Joy, Dior. Прикольненько, но у меня такое ощущение, что Joy это новая версия вот этих Odjador. Просто новая бутылка. Ух ты, есть новый Halloween. Девочки, кто-то пробовал такой Halloween Magic, потому что мы пробовали только вот, вот этот вариант. Ух ты, появились новые духи Elizabeth Arden, зеленый чай с инжиром. Вот это интересно, я такое еще не видела. Какой зеленый чай или духи от Elizabeth Arden вы любите? У меня был вот такой, вот такой, вот такой и вот такой. Сниму вам немножко мои покупочки. Купила вот такую троечку от фирмы Renew Vouch & Lamp. Это жидкость для линз. Здесь написано 109 шекелей, а на кассе меня пробило 99 шекелей, так что круто. В подарок идет вот такая вот сумочка. В этой сумочке еще идет маленькая бутылочка и коробочка для линз. Это типа для путешествий. Но тем не менее, это очень удобная вещь, даже дома использовать, я хочу сказать. Очень люблю эту фирму. Также купила жидкость для снятия лака от фирмы Life, это израильская фирма. Очень люблю эту жидкость для снятия лака. Не знаю, просто снимает моментально, что блестки, что бы там ни было, снимает отлично. Обожаю эту вещь. Купила вот такую вот штучку как бы от герпеса, да, это как фирма, как Zovirax, но это фирма Life, израильской фирмы. Она чуть-чуть дешевле на 10 шекелей. Не знаю, или из-за того, что я использовала кисточки в последнее время для губ. Это просто нервы играет, то, что надо выходить уже с отпуска. Но, тем не менее, купила такую штучку, попробую, расскажу вам, или она точно так же хорошо работает, как и Zovirax. Для своих детей купила такие роликовые дезодоранты фирмы Fa. Сейчас они по скидке, как видите, на целый шекель. Спортивный, один спортивный и второй Action Protect Force. Короче, оба до 48 часов защита, один прозрачный, один вот такой вот молочный.
не знаю, что-то не понравились моим детям в стиках, решила попробовать в шариках. Дальше я купила вот такой вот карандашик от Essence в линейке Soft Contouring в номере 05 Melt Your Heart, типа сердце тает. И самое интересное, что этот карандаш сделан в United Kingdom. И этот карандашик всего стоит 5 шекелей. И вот так вот он выглядит. Я со своей рукой красивой продолжаю ходить с ней. Вот такой вот цвет. Бордовато-красноватый. Последняя моя любимка от Essence. Matting Compact Powder за 15 шекелей, здесь 12 грамм в цвете 10 Light Beige, светлый бейдж. Спасибо, вот они так волнами сделаны. И вот на моей коже практически не видно, потому что у меня рука загоревшая. И вот на этом были все мои покупочки на сегодня. Куда-то убежала моя резкость. И вот такая небольшая покупочка у меня сегодня была. Только те вещи, которые нужны, которые необходимы на данный момент. Пудра у меня уходит в течение 3-4 месяцев. Но так как я видела, что там осталось буквально чуть-чуть, осталось небольшое количество пудр и не в тех оттенках, которые мне надо было. Поэтому я схватила сразу две пудры моего цвета. На всякий случай, я люблю, чтобы у меня пудра всегда была в запасе, она не портится, с ней ничего не происходит. Очень цвета как бы похожи, но все равно отличия есть. Я думаю, что они будут абсолютно разные на руках и на губах. Вот нумерация, как я их поставила, так вот оно стоит, все номера. Вот такие красивые, очень красивые цвета. Добрый вечер, красотки! У кого праздник 1 сентября, а у нас в этом году он будет 2 сентября. Вот уже праздную. Вот с таким подарочком от Фаберлик. В номере 7322 написано, что это самый классный лак для ногтей от Фаберлик. Вот так вот он выглядит. Такая милюсенькая милашка. Обалденный цвет. Вот я его уже накрасила. Это лак... Я накрасила всего лишь в один слой. Я вообще не помню, когда я последний раз красила лаки в один слой. Огромное спасибо Галине Космоблог за такой чудесный подарок. Это только маленькая-маленькая-маленькая капелька того, что я получила от Галины. В скором будущем я все вам покажу. У меня сегодня две новинки. Первая новинка от Faberlic. Fly Lashes Mascara. Огромное спасибо Галине за такой подарок. Тушь для ресниц. Вот тут вот ее номер, кому надо. Очень красивый такой тюбичек. Такая красота. Также у меня сегодня 99-й день. Вот с таким вот пробничком от Oriflame в номере 106. Также огромное спасибо Галине за такую прелесть. Вот так эта помада выглядит на мне. У меня такое ощущение, что она даже немножко дуохромная. Как вы видите, как она выглядит в стике. И как она выглядит на губах, совершенно иначе. И на губах она мне нравится в миллион раз больше. Кто не пробовал помаду от Oriflame, очень мягкая, нежная. Ложится идеально. Это кремовые помадки. Обалдеть. Буду носить с удовольствием. Заодно посмотрю, как она держится на протяжении дня. 100-й день отмечаю с помадкой Divash Endless Lasting Lipstick в номере 04. Вот так эта помада выглядит на мне. Очень красивый цвет. Такое ощущение, что я его выбирала сама. Хотя его получила в подарок от Ирины. Огромное тебе спасибо. Очень приятная кремовая помадка. 101-й день с помадкой от Oriflame в номере 712. Вот так эта помадка выглядит на мне. Очень красивый такой нюд, чуть-чуть уходящий в персиковый. Обалденный. Огромное спасибо Галине за такие подарочки. Это моя помада «Новая любовь». 2-й день с помадкой от Oriflame в номере 690. Спасибо огромное Галине за такой подарочек. Вот так эта помадка выглядит на мне. Я хочу сказать, что это... Ну, реально, аналог помадки от Maybelline, которым я когда-то была. К сожалению, не могу вам сказать, в каком номере, так как не могу найти этот тюбик, хотя я его сохраняла.
Все эти помадки я ношу без карандашика, потому что она выглядит и так замечательно. И держится она очень хорошо. То есть, если я крашу где-то в 7 утра до 2 дня, свободно держится. 103 день с помадкой от Oriflame в номере 763. Кстати говоря, они выглядят в тюбиках намного темнее, чем есть на самом деле. Так эта помадка выглядит на мне. Очень нежная, кремовая. Обалдеть. Я хочу сказать, что со всей линейки вот эта помады, они очень-очень нежные. Кстати, очень красивый цвет. Огромное спасибо Галине за такой чудесный подарок, за то, что у меня есть возможность каждый день пробовать другие помадки. Обожаю формат пробника. Тогда вы точно можете распробовать, подходит ли вам цвет, текстура. С сегодняшнего дня мой проект закончить. Наконец-то вступает пудра от Essence. Камуфляж 2 в 1. Это пудра и мейкап вместе. Высокое покрытие. И у меня в номере 20 Nude. В номере 20 Nude Beige. Здесь 9 граммов. Вот так она выглядит. И тут было зеркало, которое сегодня просто отвалилось. Такой вот цвет. Вот это зеркало рядом. И вот эту пудру я могу использовать только вот этой кисточкой от Elf, которую я купила на iHerb по совету Лизы Красновой. Вот кистью она ложится хорошо, а спонжиком она очень-очень плотно получается. Вот так эта пудра выглядит на мне. Как вы видите, даже с кистью она немножко плотновата. А также сегодня 104 день моего проекта «Помада в день». У меня вот такая вот помадка от Oriflame. К сожалению, здесь нету номера. Огромное спасибо Галине за подарочек. Так эта помада выглядит на мне. Она матовая, матовый финиш. Она также и ложится по-матовому. И посмотрим, как она будет носиться в течение дня. Цвет красивый, насыщенный. Я люблю такие.